С 27-й годовщиной независимости поздравляет казахстанцев и немецкий депутат Альберт Вайлер. Он считает главной гордостью суверенного Казахстана столицу Астану, которая стала символом стремительного развивающегося государства и все больше привлекает взор иностранцев. По мнению политика, Казахстан и Германия должны теснее сотрудничать в сфере туризма. Наши страны тесно сотрудничают. Я считаю, наши двусторонние отношения на очень хорошем уровне. Я часто езжу в Казахстан, был и на 20-летнем юбилее в Астане. Столица стремительно развивается, появляются новые архитектурные комплексы. Мне это очень нравится. Я должен сказать, что многие мои знакомые и друзья выбирают Казахстан, чтобы провести там отпуск. Для туристов Казахстан очень привлекательный. Как на севере, так и на юге есть что посмотреть. Я считаю, мы должны больше сотрудничать в туристической сфере. Это еще больше нас близит. Я поздравляю казахстанцев с праздником, успехов и процветания, а нашим странам желаю тесных экономических связей.